Всем-всем-всем-всем добрый день! Ну что, подходит наша диета потихонечку, но маленькими уверенными шажками к завершению. Сегодня у нас шестой день, самый тяжелый, питьевой. Снова питьевой. Этот день потихоньку подходит к концу. День был насыщенный. День был тяжелый, как мы все знаем, понедельник день тяжелый. Раз сегодня шестой день, он у меня питьевой. Пью я сегодня биокефир, биойогурт, всякие чай пила. В общем, много пью. Приехала с работки, немножко отдохнула. Утро выдалось очень тяжелым. Но у меня для вас очень хорошая новость. Та-та-та-та! За 6 дней своей диеты я похудела на 3 кг. Ура! Была я 66. Сегодня я встала на весы. Мой вес составляет 63 килограмма. Тот, кто смотрел мое самое первое видео, я даже там отмечала первый день, я показывала свой животик. Сейчас я вам его хочу снова показать. Сегодня у меня шестой день. Но я сегодня очень много пила. В общем, смотрим на мой животик. Так. Так, сейчас я вот так сделаю. То есть... этого уже нету. Здесь у меня все висит. Личико мое перестало быть круглым, как шарик. В общем, потихонечку, но уверенными шажками идем к своей цели. Завтра у меня сбалансированный день, то есть все, что я кушала на протяжении 6 дней, я буду кушать завтра. Уже я меню себе распланировала. Сделаю себе белковый салатик. Конечно, яичек сварю. Фруктиков поем. Что-нибудь из молочки попью. И приступаем мы потом к повседневной нормальной жизни. Буду кушать все, но в меру. Можно кушать все, но в меру. И после 6 буду стараться я не кушать. Потому что смысл снова разъедаться. Было очень тяжело, было очень нелегко, но мы справились, мы молодцы. Всем спасибо, кто поддерживал. Послезавтра я, получается, встану на весы, сделаю маленький видеоотчет. Сегодня хотела, но думаю, раз сегодня еще питьевой день, да еще завтра сбалансированный, смысла нету показывать свой результат. В общем, все постараюсь по возможности вам показать. Так, еще какие-то новости вам хотела рассказать. И встаем в колею. Тот, кто еще не знает, раньше я была буквально 3 года назад очень-очень-очень-очень полной, очень пышненькой, очень толстенькой. Я год худела потихонечку. Начала худеть 3 года назад. Это было утро 8 марта. Проходя мимо зеркала, посмотрев, покрутилась, посмотрела и сказала: я такой быть не хочу, я еще молодая. Хочу выглядеть красиво, хочу нравиться своему мужу. И все 8 марта кушали, а я закрыла свой рот на замок. Я ни к чему не прикоснулась. По-моему, съела только один кусочек шашлыка. И вот, получается, 3 года назад, вот как я сидела, год я сидела. Летом очень активно стала кататься на велосипеде, вести активный образ жизни, больше шевелиться. Я поняла, что после 6 я не ела. И я очень быстро сбрасывала. И к этому весу, в общем, я очень долго стремилась. Мой вес составлял 61 килограмм после похудения. И вот буквально вот год, который у нас закончился, 21-й, съездили мы с семьей в Сочи. У меня был отпуск, мы съездили в Сочи, хорошо отдохнули всей семьей, накупались, в общем. Всего я наелась, и после этого я не смогла восстановиться. То есть ты и на работе. И булочки, и все кушаем. В общем, нужно кушать в меру. Разъелась, сама себя сейчас ругаю.
но все равно мне осталось буквально 2 килограмма. Но я еще хочу один, чтобы быть 62. 61, ну совсем, в общем, косточки так будут, будет совсем некрасиво. В общем, осталось мне 1 килограмм, будем надеяться, что у меня все получится. В любом случае, я молодец. Себя я должна похвалить, несмотря ни на что. Несмотря на уговоры семьи скушать хотя бы чуть-чуть. Нет, я держалась из последних сил. Даже сегодня взять пример. Пришла я сегодня с работы, захожу. У меня сын, значит, открыл казанчик с котлетами, с подливкой. Там такая всякая вкуснятина, гречку. Нет, просто прошла мимо, сказав себе, не надо смотреть, зачем. И лежала, вот сейчас немножечко отдыхала и все рассуждала, думала. Можно кушать все. Нужно кушать в меру. Не обжираться, как мы это любим, мы, блин, утром станем чаю с булками, через полчаса, блин, второе там, мясо всего наложим, едим. Я вот, например, вот кто не склонна к полноте, я считаю, ну, кушайте. Я вот склонна к полноте. У меня бабушка была полна, я, видимо, пошла в бабушку. Так что вот, будем идти, будем стремиться к своей цели. В общем, завтра, как я сказала, сбалансированный день. В общем, сделаем салатик белковый. Ну, в общем, я меню себе уже расписала в голове. Сейчас вот, кстати, буду салатик готовить часов 5-6. Вечером за мужем поеду, он сегодня в день, завтра снова в день. Ну и все, завтра хоть покушаем. Немножечко, но все равно покушаем. Сейчас пью пока чай с лимончиком. Особо новостей никаких нету. Ну что, время у нас почти что 6:35. Я разговариваю, болтаю. Всем спасибо за подписочку. У нас новый подписчик, мои дорогие. Спасибо. Мне очень приятно. Видимо, вас своим видео я зарядила, что вы захотели мне подписаться. Мне очень приятно. Комментируйте. Если понравилось видео, пальчик вверху. По возможности я стараюсь всем отвечать. Ну все, мои дорогие. Всем до новой встречи. Всем пока-пока.